Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на семерых, в которой я играю за Люмерис в игре Endless Space 2. Мультиплеер против живых соперников, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всё-таки интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Я же корабли вообще покупать могу, я же построил здание у себя там на минус 20% к покупке. Вот просто даже интересно. 401. То есть как минимум 9 кораблей я просто могу купить за один ход. О, точно, плюс 3. Вот это хорошая специализация. Открыл и правильно это использую. Отлично. Давайте я, наверное, прикуплю. Хотя у меня... Сколько вход вообще? Плюс 5,5. Не, наверное, не буду. Я вот лучше пылелюбивые деревья прикупать, чтобы... были на будущее. Сверхкартошку кто-то сдает прям безостановочно. Вон сверхкартошка продана, титан продали сверхкартошку, титан. Кто-то сверхкартошку вообще на рынок сдает безостановочно. Съездил, наверное, к бабушке в деревню, выкопал. Кто-то дотел больших количеств производит. Больше. Да ее постоянно немерено. Я не знаю, вот как я и не играю, этой сверхкартошки просто, блин. Сверх Беларуси. Космические, космические. Имперецкий, да, мир. Прилетит, мы его встретим. Так, давайте каравеллу сюда переведем. Так, а что тут за система? Может ее колонизировать? Что тут? Минус 5. Минус 5. Минус 15. Минус 10. Ну, это вообще нельзя пока колонизировать. Крохотная степная. Так, Орион 3-го уровня у нас. Thank you.
Камрад, слушай, я вот лечу к тебе на помощь, допустим, а ты сам же меня блокируешь. Вот. Кидай мир, чтобы не блокировать. Вот. Ты летишь. Так, дальше планетарная специализация подавления аномалии. Специализация на пищу. Ну, это специализация на пищу это не интересно, а вот подавление аномалии интересно. А, ну я вообще хочу уже... Этого живописца. О, прилетел наконец. Блин, как он там оказался? Это отступление постоянно делаешь, да? Да, я вообще не знаю, как он там оказался. Случайно, честно говоря. А при отступлении он начинает к тебе куда-то лететь? Да, но ты его уничтожил. И в прошлые разы тоже. Не знаю, мне написано, что у него осталось... Хитпоинты были написаны и в тот, и в этот раз. Неудачное отступление, ваш флот уничтожил. А вот мне, кстати, это не пишет. То есть это пишет только тому, кому... То есть это, видимо, написано, если бы я его реально уничтожил во время битвы. Слушайте, тут гиперий. Надо, наверное, открывать. Камрад, прими мир. И бонусов мало. Так, давайте системы проверим. Может, имеет смысл какие колонизировать. Колонизация возможна. Минус 20 счастья, минус 10 счастья. Нет, не хочу. Минус 15 счастья. Все. Нечего колонизировать. Все одни лазеры стоят. Надо Ну вот смотрите, для... победы экономикой надо за всю игру накопить 300, ну, произвести как бы, не накопить, а произвести 338 тысяч праха. Я уже 10 600 произвел. Смогу ли я за оставшуюся половину игры, ну, то есть это, конечно, я понимаю, что это, блин, 10 тысяч это... меньше, например, 5%, что ли, даже меньше 2,5%, но сейчас же у меня будет по нарастающей это все увеличиваться. Так что посмотрим. Так. Уважение. Да ладно. Почему? А, нет, ну подкуп. Вот, оказать... Так, стоп. Что они хотят? Уничтожить наемный флот в ближайшей системе.
Золотой рыбки. Далековато, конечно. Так, тут уже все, все аномалии исследовались другими людьми, чем другими инопланетянами. Так, значит, нам в какой системе надо? Вот тут. Давайте тогда в Бушире купим флот. Игрокам давать. Так, до второго уровня можно модернизировать. И, кстати, гидромилю надо посмотреть. Ну, он ушел из бани. Или это... Ну, я сомневаюсь, что я задавил его. Скорее всего, он просто улетел. Четыре штуки только можно купить. Так, кто у нас там первого уровня? Какие системы? Форис и Фаджис. Где требуется еда? Форис, по-моему, полностью уже заполнен. Вот Фаджис еще нет, поэтому давайте Фаджис. Да, видите, Форис полностью. Бриги надо апнуть и в деву так... А, блин, надо было в красы лететь, собственно, блин. Тут апнуть и потом в деве помочь этому парню разобраться с тем, что тут появится. Так, что у нас тут по очкам? 409. Ну, Юра, как у тебя с престижем дела? В Орионе уже все забито. Так, люмерисы у меня должны на плодородных сидеть, чтобы по максимуму счастья было.
Так, а тут пофигу. Блин, 6 ходов будет лететь. Подвисли или что? Нет, да, отвисли. Подвисло хорошо. Наверное, просчитывает. Блин, почему она до конца не выбить? Гарантов, ты занимай бани сам. Мы как бы его выгнали, а что сами... И сами не используем землю. Белоруссии бы не одобрили. Мне еще есть три системы, которые мне надо занять. Мне туда лететь пока рано. Ну, вообще неудобно перед пацаном. Не, ну он сам лез на нашу территорию. Так, а где у нас терраформинг вообще? Разрешает терраформирование стерильных планет. Тут расширенное терраформирование. Адамантий с антиматерией две штуки, да. Никто не продает, значит, жаль. Так, ну у меня сейчас тут будут заканчиваться возможности строительства. Модернизация до третьего уровня. Так, открыли еще исследования и вспомогательный модуль. Это мы на четвертый уровень технологий вышли. Так, давайте смотреть, какие системы модернизировать на третий уровень. Бушир, Крас и Фуджис. Давайте Бушир, наверное. 10 счастья на систему. Наверное, счастье надо брать.
Там как раз он в первой системе сидит, там не было счастья. Вот, теперь 72% счастья появилось. Видите, все счастье. Это сразу дает процент к науке и прочему. Угу, вот мы армию открыли. Сразу перераспределяем все на танки. Так, и открылось подавление аномалий. Ой, они надоели. Кстати, надо каравелли тоже дать. Оружие вот это. Хотим тут убив фокус-то все исследовать. А, это вот где на меня напали. Так, а что тут на Бушире? Это квест, что ли? Гидромьель. Гидромьель, блин. Смешно звучит. Вообще, может, мне нужна сверхкартошка? Слушайте, а вот про сверхкартошку написано, что она помогает в торговле, если ее использовать для апа колонии. А в чем это выражается? Вот все остальные понятно, там он дает там сколько-то. Картошка снижает стоимость выкупа. А, на планете чего-либо, да? Ну, выкуп флота и выкуп зданий. Ну да, ну, а больше там нечего выкупать. Чудеса еще можно, но нельзя.
ищу. Какие-то игроки заходят постоянно. Может, мне выключить где-то это можно? Они не смогут зайти, они как бы пытаются, но так как слот, в принципе, ну, там мертвый игрок, они сразу же вылетают из лобби. Блин, этот флот еще перемещается постоянно. Это мне надо оптимизированная логистика. Аккуратное выметание. Это смешно переведено, да. Я могу апнуть вот последнюю колонию. О, плюс ячейка законов открылась. Так, давайте смотреть. Имеет ли смысл поменять на демократию? Имеет, только у меня культуры нифига нету. Вот жалко, что ты, играя за Люмерис, вы не можете за деньги это сделать. Мне надо 500 культуры где-то набрать, чтобы на демократию сменить. Плюс 30 счастья на системы. Вообще можно взять, чтобы везде экстаз стал. Давайте. Я пожертвовал 10% науки, но получил плюс 15% науки. По-моему, оно того стоит. Thank you.
колонизация бесплодных планет. Вот теперь, кстати, можно и подумать о колонизации всех планет, которые я еще не колонизировал. Ну, которые можно колонизировать, в принципе. Ничего нельзя. Тут ничего пока нельзя. Вот. Минус 20, минус 10. Что у нас тут по счастью? 80, 110, 115. Ну, соточка будет. Так что вот эту можно колонизировать, пожалуй. Хочу полярное сияние убирать. Все, эффект плюс 10. Подавление полярных сияний. Не. Пожалуй, оставлю. Так, здесь что? Минус 15. В принципе, тут производство будет, так что давайте колонизируем. Колонизировано, но нету специализации. Так, все. Больше колонизировать нечего. Опять бой с мародером. Конечно, там красный дрался с сафонами первыми. Тут и насобирал 10 сражений. Темное сияние. Повысились цены. Так, тут мне уже не важно. Ну, давайте. Ход будет проходить? Что они тут застряли? О, комрад. Комрад, а это твою систему уже опутывает дерево? Да. Ну а чё молчишь, чё делаешь? Это даёт бонусы, мы в мире. Вы в мире? А. От старта, конечно, очень много зависит. Вот у комрата, допустим, вообще ужасный старт. Ну вот, долетел. Супер. У Мономаха тоже был не очень.
Ну, кому тут дать отпор? Пролетели мимо системы. Ну, подождем. Кому там надо давать отпор будет? Я каждый ход, у меня тут каждый ход пишет, что рассинхрон, я каждый ход нажимаю отправить лог там вот это. Ты где вы сейчас? Сейчас? Ну да, ход-то только начался. Окей. Неужто загрузились наконец-то? О, вот эти мародеры появились, которые... Все. Я их сделал, квест выполнил. Чисти галактику от 8 повстанцев Водяны. Вот давайте посмотрим. Только мне только что комрад сказал, что есть баг, мол, это лаборатория оптики. Работает только когда счастье, а когда экстаз, типа экстаз, то она не работает. Давайте посмотрим. 128, один ход до ее постройки. Задание в Пушире, я что-то вот не могу понять никак. А, вот. 10 титана, 10 гиперия, 5 адамантия и 5 антиматерии. Может, на рынке купить? Я сомневаюсь, что-то... Ну, титан-то есть, а вот остальное... Юра, ты куда улетел? Бифокуст. Бифокус, ты тут? Блин, ну еще один вылетает. Ну блин, ну что, ребята? Опа. Бифокус, ты тут? Отвалился. Заходит. Сейчас перезапускаю.
Что это у нас лаборатория оптики в Форисе. Надо не забыть. Гидромилей 3,8 вход. В принципе, через два хода я смогу апнуть, может, может все-таки купить, если оно есть. Нету. Зато сверх картошки. Рассинхрон из-за меня. У меня почему-то огромнейший пинг. Пока ничего не могу сделать. Буду играть с таким. Давайте начнем, наверное, сверхкартошку скупать. Камрад, слушай, глянь, какой бонус тебе дают оплетенные системы. Там вроде написано счастье и еще что-то. Может, защиту? Силу земли. И, наверное, силу земли. Да наверняка. Особенно если там огурцы растут, это вообще стопудово. О, деньги крадут. Так, очередные выборы, ну, в этот раз я буду пацифистов уже поддерживать. Так, с этими изменилось отношение. Ну вот флот летит сюда, видимо, то есть надо его тут будет подождать. Ничего не произошло. Это я потратил науку 80%, что я что-то открою, и нифига не произошло. Минус 5. Ну, вообще, минус 5 на систему, это немного было. Но было 80%, что я что-то открою. Итак, вот лаборатория оптики, да? Ну да, походу не работает, действительно. Да, похоже, не работает лаборатория оптики во время экстаза. Не добавилось нифига у меня. Подстава. Ты прям счастье себе искусственно уменьшай. Так, планетарная наука разрешает терраформирование стерильных планет. Отлично. Давайте глянем, есть ли у нас стерильные планеты. Ну вот, стерильная, но она не колонизирована. Вот, стерильная, ее нужно терраформировать. Вот стерильная не колонизирована, и в принципе она колонизируется как раз, и потом ее можно будет терраформировать. Отличненько. А вот эту тоже сейчас колонизируется, можно будет терраформировать.
Так, вот колонизировано. Давайте терраформировать, а потом вот эту колонизируем. Что-то как-то мало тут производства. Все. Пока все. Орехалк на Иридане. Просто открылись новые, новые феноменов, возможность посмотреть. Этот флот ждет. Блин, куда он полетел? А как мне перехватить этот дебильный флот? Блин. Я так никогда не ассимилирую. Третьего уровня могу. Давайте, наверное, крас. Ну, вот созвездие это так вот, когда отдаляешь, видите, сейчас название: киль, близнецы, рыбы, псы, вот это созвездие. Я, правда, не очень понимаю, вот где их границы, вот это не очень видно. Слушай, Сафон, тут пожиратели на Тилусе, поможешь мне их обидеть? Нет, у меня тоже проблемы. Ну ладно, понял. Чё там, он туда прилетел просто в эту систему захватывать. Так лети, отвоюй её. Ходов. Что мне тут 5 ходов делать? Ну, давайте в науку буду преобразовывать производство. Так, а где там лава?
колонизировать лаву. Колонизация лавовых планет. А, так я исследую или не исследую? Стоп. Какую я теху сейчас исследую? Оптимизированная логистика. Ага. Может, сначала эту открыть? Теху. Все-таки там лавовая планета. Три хода. Хоть что-то можно будет там производить нормально. Торговая компания основана. Надо построить штаб-квартиру. А, ну вот, собственно. Ну, наконец-то. Я поймал этот флот квестовый и ассимилирую малую фракцию. Так, 6 из 6. Филиал находится. Значит, на Кразе. Бушири колонизировали и терраформируем. Фракции больше нету. Надо посмотреть, открыть возможность больше систем колонизировать.
и попробовать еще купить. Но не сейчас, не сейчас. Четвертого уровня Академия стала, но мне что-то героев не дают. Ну, 91, ну скоро дадут вообще. 21 герой в галактике. У меня трое, но у меня меньше героев, чем у других людей. При том, что я одного купил. Так, я могу наконец на демократию сменить. Я 500 набрал. А, уже 600 требуется. Ну, мне тут немного. Два хода, в принципе, и нормально будет. Все так плотничком, только у меня планеты разнесены по всем. Так, тут я лавовые планеты. Вот интересно, чем отличается трехмерная печать от от вскрывающего завода? То же самое преобразуется в науку. Только одна в ветке науки открывается, другая в ветке экономики. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.